С 1 ноября 2013 года по 1 июля 2014 в Московской области проходил конкурс среди детских поликлиник. Конкурсные мероприятия выявили уровень качества предоставления услуг медицинскими учреждениями Подмосковья, включая сервис и лечение. Видновская детская поликлиника стала победителем в региональном конкурсе. В качестве приза в РКБ достался сертификат на получение медицинского оборудования, голокамеры и гидромассажной ванны. Торжественное вручение награды состоялось в Доме правительства Московской области. Первая международная конференция «Повышение эффективности первичного звена здравоохранения в Подмосковье. Проблемы и пути решения» состоялась в Доме правительства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, приветствуя участников форума, рассказал о ходе проведения конкурса на лучшую детскую поликлинику. Я очень много встречался с главными врачами, очень неравнодушными людьми, которые даже в стесненных условиях принимают по 500, по 600 ребятишек с мамами в день и делают это очень достойно. Я считаю, что детские поликлиники, первичное звено, это то, что необходимо решить в самой ближайшей перспективе, 2014 год. Областной конкурс проходил в 3 этапа. В итоге в номинации «Лучшая детская поликлиника» по пропаганде здорового образа жизни Видновская стала победителем. За достаточно короткий промежуток времени нам удалось сделать очень много. То есть изменить облик поликлиники и оснастить ее дополнительно, сделать ремонт, где-то капитальный, где-то косметический. То есть поликлиника совершенно по-другому стала выглядеть. В Видновской детской поликлинике теперь установлены терминалы электронной записи к врачам. В холлах размещены большие телевизоры. Для того, чтобы маленькие пациенты и их родители чувствовали себя комфортно, сделано и многое другое. Мы предельно внимательно занимаемся здравоохранением в Ленинском районе. Мы видим те еще проблемы, которые у нас есть, мы будем их решать вместе, сообща, и будем, безусловно, делать все возможное для того, чтобы оставаться лидерами в Московской области. Из бюджета Ленинского района потрачено более 1 миллиона рублей на косметический ремонт медицинского учреждения. Отремонтировано крыльцо детской поликлиники, благоустроена территория. Но, к сожалению, остается проблема кадров, как, впрочем, и почти во всех муниципалитетах области. Об этом и о многом другом и говорилось на форуме врачей в Доме правительства. Нам очень приятно, что, может быть, даже и в начале пути модернизации первичной помощи наши подразделения Ленинского района уже отмечены. Это здорово. Людмила Медведева, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.